прямо сейчас просите Бога о Его милости и благодати. Что бы мы ни сказали здесь, пусть это будет сказано на небесах. Что бы мы ни сделали, пусть это будет сказано на небесах и сделано. Просите милости и благодати Божьей. Молитва. Милость и благодать. Les téléspectateurs maintenant prier, demander pour la miséricorde et la faveur de Dieu. Priez. Abra sus labios y empieza a pedir por la misericordia y el favor de Dios. Откройте свои уста, всякий дух, неверие в вашем сердце, всякое сомнение в вашем сердце. Начните разбивать этот дух. Начните разбивать этот дух во имя Иисуса. Всякое сомнение, неверие. Dans votre cœur, commencez à briser cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Abra sus labios y empieza a quebrantar todo espíritu de incredulidad en su vida. Quebrántelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Во имя могущественного имени Иисуса Христа. Когда мы войдем во внутренний двор, святое святых, вы будете знать это. Тогда мы можем начать просить. Тогда стол будет накрыт перед вами. Прямо на столе все необходимое для жизни. Прямо сейчас откройте свои уста и скажите: «Вот я! Вот я! Прикоснись ко мне, о Святой Дух, прокоснись ко мне, соединись со мной, о Святой Дух, вот я, соединись со мной, о Святой Дух, вот он я, соединись со мной, о молитва». Abra sus labios, confíe su corazón y empiece a decir: Espíritu Santo, contáctame en el nombre poderoso de Jesucristo. Скажите: вот я, соединись со мной, о Святой Дух, о Святой Дух, о Espíritu Santo. Попросите его найти вас. Найди меня, Господь. Localise-moi, Seigneur. Дух болезни, неудачи, дух отсталости, дух бесплодия, дух ограничения. Начните разрушать его. Разрушайте его. Разрушайте его. Скажите: всякий дух неудач, ограничений, болезней и немощей, начните разрушать его. Во имя Иисуса. Разрушайте его. Во имя Иисуса. Quebrántelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Ouvrez vos lèvres, tout esprit de maladie, d'échec, de retour en arrière, de stérilité, de limitation. Commencez à les briser dans le nom de Jésus-Christ. Regardez votre... Во имя Иисуса Христа. Слушайте, я приказываю этому духу выйти из вас. Я повелеваю этому духу во имя Иисуса Христа. Скажите вон, я вас не слышу. Всякий дух, который не от Бога, который мучает вас, скажите вон. Я приказываю этому духу. Quel que soit l'esprit qui ne vient pas de Dieu, continuez de le faire sortir dans le nom de Jésus-Christ. Commandez à cet esprit de sortir. Comience a ordenar todo espíritu que no es plantado por nuestro Señor Jesucristo. Fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Во имя Иисуса. Будьте свободны во имя Иисуса.
Что бы вы ни съели во сне, со стола противника, что вызывает болезнь, вызывает немощь, семейные проблемы или неприятности, во имя Иисуса, во имя Иисуса, будь смыта. Начните смывать это. Начните смывать это в могущественное имя Иисуса Христа. Вечная жизнь. Я хочу жить вечной жизнью. Боже, спаси мою душу. Я хочу жить вечной жизнью. Боже, спаси мою душу. О, мой Спаситель! О, мой Спаситель! Если вы не знали Господа, скажите вместе со мной. Господь Иисус, я грешник, войди в мое сердце, омой меня своей драгоценной кровью, спаси мою душу сегодня. Спаситель мой, спасибо за мое спасение. Спасибо за мое спасение. Спасибо за мое спасение. Я освобожден сегодня. Спасибо за мое освобождение. Я спасен сегодня. Спасибо мое за мое спасение. Я благословлен сегодня. Спасибо за мое благословение. Спасибо за мое благословение. Я исцелен сегодня. Спасибо за мое исцеление. Вечная жизнь. Вечная жизнь. Я хочу жить вечной жизнью. Боже, спаси мою душу. Я хочу жить вечной жизнью. Боже, спаси мою душу. О, мой Спаситель! О, мой Спаситель! Когда ты придешь забрать своих людей, вспомни обо мне, Господи! Вспомни обо мне, Господи! Когда ты придешь забрать своих людей, вспомни обо мне, Господи. Аминь.